принимать. Такого вопроса не было. Моя революция. Пошел в Смольный, а работал все, что приходилось. В ковчеге ночи новый Ной. Я жду в разливе рис. Сейчас придут, придут за мной. И узел рассекут земной секирами зари. Облизали толпа, прокисший воздух плесенью веет. Эй, Россия, нельзя ли чего поновее? Наша земля, воздух наш, наши звезд алмазные копии. И мы никогда, никогда, никому не позволим землю нашу ядрами рвать, воздух наш раздирать остриями отточенных копий. Тысячелетние прежде. Сегодня пересматривается миров основа. Сегодня до последней пуговицы в одежде жизнь переделаем снова. Если скулит обывательская Мольна, не увлекайтесь Россией, восторженные дети. Я указываю на истории со Смольным, а этому я, Маяковский, свидетель. Скорее, скорее, раскидываю тучи, глаза укрепил над самой землей. Вчера еще закандаленная границами лежала здесь Россия одиноким красным оазисом. Пол Европы горит сегодня, прорывает огонь границы географии России. А с запада на приветствие огненных рук огнеплещет германский пожар. От красного тела России, от красного тела Германии огненными руками отделились колонны пролетариата. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Эй! Сердце мое вложи, кровищу до последних жил, в череп мысль вдолби. Я свое земное не дожил, на земле свое не долюбил. Товарищ Ленин, я вам докладываю не по службе, а по душе. Товарищ Ленин, работа адовая будет сделана и делается уже.
носят косые кровельки, серебрит телеграфную сеть. Он схватился за холод проволоки и остался на ней висеть. Вселенную, переплавленную в огне, любит, не любит, я руки ломаю и пальцы разбрасываю, разломавши, так рвут, загадав, и пускают по маю венчики встречных ромашек. Так рвут, загадав, и пускают по маю венчики встречных.